Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ютуберы уходят с Аризоны, причем, знаете, так массово. Помнится, около года назад они точно так же массово на эту самую Аризону и приходили. Началось все с Вертеича, потом Андрес Укре, потом еще прочие люди. А сейчас вот все точно так же эпицентром уходят. Остается только полагать и надеяться, кто же уходит следующим. Как выражается сам Станислав, директор по совместительству пиар-менеджер Аризоны, ну в общем, просто директор Аризоны, как его еще называют Мараз, основатель. Или там, знаете, создатель Аризоны, что-то наподобие того, как выражается он, то есть особого какого-то ухода игроков после ухода с Аризоны Вертеича не наблюдалось. Однако в комьюнити сложился такой, знаете ли, стереотип, что если уходит ютубер, значит сервер говно. Если на сервер приходит ютубер, значит сервер прям класс. Вы знаете, игроки в данном случае выступают как эдакие марионетки, мол, если там кто-то вот много ютуберов играет на сервере, значит сервер хоть как очень классный, очень хороший. Если большинство ютуберов уходит с сервера, значит сервер вот прям ну полнейшее говно. Я говорю марионетки, то есть обычные марионетки, ими играют и они точно так же играются. Разумеется, да, в первые месяца возможно какого-то сильного упадка не будет, но вот потом, хотя вот тут опять же вот так вот ты думаешь, что если бы уходили, то уходили бы уже сразу и уходили бы сразу на ревент, однако тут происходит вот именно так, как происходит, к большому сожалению. Однако, то есть, давайте искать во всем положительные стороны, как написал Empire под роликом с уходом Вертеича, понимаете? То есть, если все ютуберы будут сосредоточены на одном проекте, то, понимаете ли, загнутся все остальные проекты. Вследствие этого не будет никакой конкуренции, вследствие этого Аризона расслабится, как когда-то расслабился сам ПРП, как когда-то расслабился Advanced Roleplay, когда не было особой конкуренции. Да, сервера, возможно, и открывались с аналогичными модами, с другими модами, с уникальными, с неуникальными модами и со всем вот этим вот, знаете, со всем прочим. Однако в данном случае у нас мы имеем Аризону, на которой сосредоточены все ютуберы, с которой скупить каких-либо ютуберов достаточно проблематично, потому что пиар-компания Аризоны, она построена просто восхитительно, то есть только вот на этом проекте, только вот на этом сервере, я говорю как человек, который на данный момент сотрудничает с данным проектом, вот как человек, сотрудничающий с данным проектом, то есть пиар-менеджер для тебя, вот для ютубера, это не пиар-менеджер, это вот настоящий такой, знаете ли, друг, если так можно выразиться, которым ты можешь с чем-либо обратиться, и он тебе по мере своей занятости или, знаете ли, как свободности, он тебе совсем поможет. Чего не могут предоставить другие GTA сам проекты. Там я сотрудничал со многими GTA сам проектами, и Grand RP, и там Aurora Roleplay, да со всеми, вот, которые ты мне проект не назови, я со всеми либо сотрудничал, либо хотел сотрудничать. И вот практически у каждого нового сервера я встречался с одним и тем же. Во-первых, с тем, что было просто нечего снимать, а требовали они контент именно из игры, в отличие от Аризоны. Снимая на Аризоне, ты можешь просто приклеить логотип или сказать вначале, что ролик сделан при поддержке Аризоны Roleplay, и тебе данный ролик оплатят. То есть Аризона в плане творчества, если это опять же так можно назвать, она тебе дает полную свободу. Делай, что хочешь, делай, как хочешь, только главное, чтобы от тебя приходили люди, главное, чтобы твои видеоролики смотрели, главное, чтобы об Аризоне узнавало как можно больше людей, и вот в этом Аризона восхитительна. Именно поэтому на Аризону все идут. Даже если посмотреть какие-то влоги от СК Мейсона, от Станислава, видно, как они с ютуберами вот собираются и реально общаются как друзья. Без какого-то, знаете, вот этого вот пиздившего делового вот этого вот сленга, там, здравствуйте, до свидания, вот, вам присланы видеокарточки на оплату электронными деньгами, рубли для таких платежных систем, как Kiwi, там, WebMoney, Россия и многое-многое другое. И вот
Из этого складывается вот весь онлайн Аризоны, то, как все это работает. Однако сейчас же ютуберы уходят на другие проекты. Кто-то уходит на уже созданные проекты, кто-то идет создавать свои проекты. В любом случае, не хочу желать им ни удачи, ни неудачи. Хотя Брюлеву я бы пожелал, чтобы он завтра лег под трамвай. И все, то есть это да. А Вертеич, ну вроде как Вертеич про меня ничего плохого не говорил. И как бы я про него ничего плохого говорил. Да и про него в целом сказать нечего. Безобидный контент для тупорылых малолетних дебилов. Дебилка и дебил-генерал. И вот все наподобие того. И вот это контент Вертеич. То есть тут даже, в принципе, докопаться-то не до чего. Если он будет лезть в какие-то серьезные темы, там, разумеется, он проебет это прям, ну, априори. Это уже заочно известно, что вот если Вертеич куда-то полезет в серьезные темы, там он проебет. Если Брулев полезет в серьезные темы, там он проебет. Если Марат Шакур позовет Брайана Фьюри к себе на стрим, он проебет. Это заочно понятно. Это заочно важно. Не нужно быть даже ангелом коса для того, чтобы понять, что они просто проебут. Так или иначе. Вот. И что могу сказать? Безусловно, когда вот так вот массово, практически там в одну неделю уходит большинство таких, знаете ли, больших ютуберов, это, разумеется, большой удар, потому что абсолютно непонятно, как это воспринимать в целом. Однако, вы знаете, Станислав это в самом деле доброй души человек. И мне кажется, что даже если барона выгонят сам ПРП, то он возьмет его обратно под свое крыло. Он, знаете, то есть он такой добрый, наверное, такой, знаете ли, я не знаю, добрый такой папа, который даже несмотря на все проблемы своего сына, он все равно ищет какие-то компромиссы, все равно пытается что-то сделать, лишь бы вот его, я не знаю, сервер там, ведь он же основатель, как говорит Марас Штукатур и многое другое, вот. И вследствие этого вот все это складывается. И что можно сказать? Есть как положительные стороны, так и отрицательные стороны. Посмотрим, ладно, кто уйдет следующим, кто придет следующим. Опять же, уходят большие ютуберы, освобождается часть проекта под каких-то маленьких ютуберов, которым поначалу очень сильно нужна финансовая поддержка. Опять же, купить микрофон, компьютер там более-менее какой-то, там, я не знаю, микрофон более-менее какой-то, там, я не знаю, веб-камеру, там, хромакей. Все это более-менее нужно. И вот откуда это брать маленьким GTA сам ютуберам? И сейчас вот ушли вот эти вот большие люди, которые занимают большую часть бюджета. Освободился немного бюджет. И, в принципе, ну как немного, я думаю, на дохуя освободился. И, в принципе, можно скупить таких, знаете, маленьких ютуберов. В принципе, это такой не особо рискованный вклад. То есть, если они даже проебутся, то, в принципе, ты потратил не особо большие деньги, как для Аризоны. Ну, я не знаю, там, смотря кто сколько берет. А если они вдруг поднимутся, то это же вообще охуительно. Он уже у тебя, тебе его даже как-то перекупать не надо, к себе звать, как было, допустим, с Ромой Дитом, когда его прям перекупили, предложили более выгодные условия, а он такой, типа, бля, нет, Даймонд мне как-то нравится побольше, да и Барреро что-то приезжал. Не, я, пожалуй, останусь на Даймонде, вот, и буду там до конца своей жизни, пока, знаете, Тони Барреро не умрет, или там вот этот Николай Петров, или кто там, блять, этот, сука, Хейникен, Хайникен, Хеннисон, GTA, Биткоин, и многое-многое другое. В общем, ладно, я думаю, что так или иначе вы меня поняли. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.